Семейные фото горожан украсят в скором времени улицы города. Новый проект запустили члены молодежного совета. И хотя на конкурс требуется предоставить фото из семейного архива, они не станут достоянием общественности, поясняют организаторы. Вместо этого профессиональные фотографы устроят участникам небольшие фотосессии с определенным реквизитом и тематикой. Для участия необходимо оставить заявку в группе в социальной сети. В данном фотопроекте могут принять участие семьи с детишками, так и семьи, в которых только ожидается пополнение, беременные женщины. А для того, чтобы стать участником фотопроекта, надо оставить заявку в группе социальной сети ВКонтакте под названием «Социальный фотопроект. Спасибо за жизнь». Всех участников будет ожидать бесплатная фотосессия в профессиональной студии. А затем, после того, как фотосессия пройдет, все фотографии будут размещены в общественных местах нашего города. Таким образом, все участники получат в семейный альбом несколько хороших фотоснимков. К тому же их фото, возможно, помогут задуматься бездетным молодым парам о пополнении в семействе. Главным же призом станет двухчасовая профессиональная фотосъемка. Организаторы предупреждают, количество желающих может не совпасть с их возможностями и поэтому...